Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости моего канала и просто хорошие люди, кто меня посмотрит. Хочу вам сегодня показать вот такой томатик. На моем окне уже томаты завязываются. Они у меня уже давно цвели. Вот. Очень интересно наблюдать. Конечно, пора их на улицу высаживать, но на улице у нас пока еще холодно. Очень холодно. Занимаемся грядками. Вот. Смотрю друзей. В некоторых регионах даже заморозки. Ну, в общем, немного подождать нужно. Так что потерпи там, отрасти. А я буду смотреть, наблюдать. Ну вот, с раннего утра мне уже муж принес рыбку. Вот такое у меня сегодня утро. Снова, друзья, вышли в огород работать. Вот мой Николай Яковлевич. Докапывает там, где вчера мы делали. Работа. Моя работа здесь предстоит. Здесь вчера я копала. Сегодня. Вот. Продолжать буду. Пришла работу принимать. Все скопали. Теперь можно снова сажать. Красота. Пучок оставили. Пучок оставим пока. Ну да, работа тяжелая, но делать тихонько надо. Тут тоже вот у нас зеленичка. Тоже ее уже пора убирать. Вот одну территорию мы здесь убрали. Клубнику. И так скопали. И все-таки лук убрать. И все уже копать до конца. Вот такая корневая система. Ничего себе. Вот это корневая система лука. Ну, я вот ее на столике обрабатываю. Сейчас убираю. И домой унесу. Ну и потихоньку есть расходовать. Вот так обрезаю ножичком. Вот эта территория вся вспаханная. Вот она отсюда идет. И вот туда идет весь участок вспаханный. А вот сюда я копаю, трактор попасть не может. Это такое уж место. Ну тут елочка вот у меня сзади растет, и клубничка рядом. Мы уж решили не рисковать, потому что трактор только комков нам тут наделает. И вот так прибавляется у меня участочек. Иду я, иду по нему, прибавляю. Здесь вот цветочки растут. Я забыл, как они называются. Очень давно их посадила. Они так рано расцветают. Вот такие. Какая красота, друзья. Травка зеленеет уже в саду. Просто прелесть. Небо сегодня такое красивое. Иду с огорода сразу к курам. Проверю яйца. Они сидят. Ой, сразу три все сидите, да? Одна слетела. Зря сидел, наверное, просто. Ой, ну летать-то не надо. Я просто яйца у вас заберу. Сидите, пожалуйста. Сидит. А сейчас, клеваться тоже не надо. Одно, что ли, у тебя там? Ой, боюсь, в другой раз. Подожди, подожди. Курочка, ну нельзя так клеваться зачем? Я же яйца собираю. Ну вот, любит клеваться, когда у них яйца берешь. Яйца остались в пастке. Хочу из них пирожки испечь. Как раз мне хватит на пирожки. 6 штучек. И зеленый лучок. Еще в обед приготовил. Обедали. Вот, сейчас быстренько затею на 1,5 бокальчика. 1 бокальчик я вылила. Еще половину. Так как молочка у меня нет, я пользуюсь всегда сухим молочком. Добавлю сюда сухого молочка. Ну, раз 1,5 бокальчика, значит, где-то ложечки 3 добавлю.
Вот, размешаю. Добавлю дрожжи, соль, песочек, ну, сахар и муку. Затею. То есть сделаю пару, называется. Соль добавим немного, на полтора бокальчика. Может, конечно, чайную ложечку отметить, но я вот так, столовые ложечки, третью часть. Сахар одну ложечку. Вот так. И все. Дрожжи и муку. Дрожжи засыпаем. Все перемешаем. И добавляем муку, как на блины. Получается у нас опара. Ну, некоторые говорят, что это опара. Мы как раньше это называли, как мама называет, называют затеяли. Затеяли пирожки. Такая затевочка на пирожки. Сейчас муку добавлю. Все. Будет стоять. Ну вот, муки добавили, размешаем. И пусть стоит. Где-то полчасика постоит, буду замешивать. Еще муки добавлять и замешу. А пока у меня пара стоит, я приготовлю начинку. Тесто замесила. А в самом конце добавила при замесе растительное масло. В самом конце замеса. 3 столовые ложки. А почему в конце? Потому что потом тесто лучше берется. Оно очень хорошо берется. И поэтому масло подсолнечное я в самом конце добавляю. Пусть подходит, пока я буду начинку готовить. Так, лук пассерою на сливочном масле. 30 грамм примерно добавил сливочного масла. И вот так немного его пассерою. Идет процесс приготовления пирожков. Сначала вот такие лепешечки сделала. Вот так накладываю начиночку. Хочу сказать, для чего я поджариваю лучок. Тот, что беленький снизу. Потому что на сливочном масле поджариваешь и делаешь такую начиночку, и она не рассыпается. Обычно же яичная такая начинка рассыпается, когда пирожок делаешь. А это нет. Это лежит такой кучечкой. Ну вот, в общем, 10 пирожков сделаю. И булочки 2 примерно спеку. Такие у нас сегодня будут пирожки. Еще интересный момент такой, что я никогда вот эти лепешечки не раскатываю скалкой. Потому что тесто у меня очень нежное. Вот посмотрите, вот так берем просто. Тесто должно само вот так разделываться. И тогда и пирожки будут как пуховые. Пожалуйста. Можете потоньше разделать, можете потолще. И пирожки будут как пуховые. А если раскатываем скалкой, значит тесто не поддается в руке. Вот мягкость теста я определяю так. Если она мягкая, значит его можно разделать руками. Это лично мой опыт. Вот такие пирожки у меня получились. С яйцом. Очень горячие. Пока даже не могу еще их открывать. То есть разламывать. Сейчас закрою бумагой. И пусть они у меня немножко мягкими станут. Вот такие. Румяные, вкусные. А еще вот такие булочки я испекла. 4 штучки. Булочки. Сахарные. Раньше в детстве мы называли булочки с молитвой. Ну вот. Это мама так нам раньше говорила. Вот такие пирожки. Вот такие. Мягкие-мягкие. Как воздушные получились. Начинки я много ложек пирожки. Вот так. Ну, во рту тают пирожки. Очень вкусные. Вот такие. Половину пирожка я скушала уже. Не удержалась. Тесто как пух. Это правда. Курочки у меня еще гуляют. Вот швыряются, что-то находят. Там вообще бесполезно убираться. Вот этот сухостой нужно граблями убрать. А так вообще они там постоянно что-то швыряют. Курочки домой направляются на место.
Самое главное, чтобы ворота не зашли. Ворота забыла прикрыть. Они такие любопытные, им все везде надо. Тихонько на место направляется. До самого конца что-то им надо. Вон не дырочка. В эту дырочку они сейчас будут тихонько заходить. Основная часть уже зашла. Это самые-самые такие, которым надо все везде. Любопытные. Пошла. Петя. Да, мы все уже домой шли, а ты все еще ходишь. Давай быстро домой. Петя, Петя. Петушок. Еще одна зашла. Все, вечер, время. Осталось петушку еще зайти. Все закроем на ночь, чтобы лисичка не попала.